Приветствую вас, друзья, на канал ВВП. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжим игрушку под названием Planet Zoo. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, что мы сегодня будем делать и что мы будем сегодня строить? Сегодня строим мы вольер для буйволов. Так меня просили в комментариях построить вольер для буйволов. Я вообще-то их не планировал заводить, как-то вроде бы не вымирающий вид, но посмотрим, что такое делать. Да и у нас вообще не тут разные вещи, просто я строил те, которые хотел, типа, видеть все в зоопарке. Итак, что у нас, пробежимся, то что очень извиняюсь, что долго не снимал эту игрушку, потому что, ну, не было просмотров, а вы как понимаете, да, сам факт важен, чтобы видео смотрели, а если видео не смотрят, ну, какой смысл это снимать? Ну, так как потом, смотрю, у вас появилась активность по этой игрушке. Так что давайте тогда построим сегодня вольер для буйволов. Я, кажется, уже закупил их. Сейчас, подожди, проверим, где мой зоопарк. Я их закупил уже. Да, у меня, кажется, были они где-то. Валялись. Где-то они были у меня. Где они у меня были? А где они у меня были вообще? А, торговля же... Ага, может, здесь где-то они? Да-да-да, вот здесь у меня. Я купил... А почему у меня еще волк сидит здесь? Ну, да ладно, потом... Пусть он там сейчас пока что стоится. Потом мы переместим. Да, я купил две самки, но не было мужиков пока что. Не знаю, может потом появится. Итак, что нам для них надо, кстати, во-первых? Что надо для них нужно сделать? Быстрая сделка. Где это у нас? Так, после приятия животного. Так, ясно. The world, самка, взрослая особь. Кстати, где мне этот запеди? А, вот она. Итак, что нам нужно? Во-первых, живущий в тропической Африке африканский буйвол Senrectus caffer. Ебать название. Ну, это латинское. Крупнейший представитель семейства полурогих в дикой природе континента. Как правило, буйвол достигает от 1, блин, до 3,5 метров. Скажу, что в длину довольно-таки крупный. Ну, они есть крупные, это понятно. До 1,70 м в высоту их можно опознать по греческим рогам, широким загнутым, формирующим особый выступ среди лба. Обычные самцы у самцов большие рога, а у доминантов самца в стадии. Несмотря на то, что этот вид находится под угрозой, африканский буйвол еще же страдает от деятельности человека. Ну, это понятно. Так, значит, мне интересно вот что, мне интересно. Естественная среда. Африка, тропическая Африка. Окей, 420 квадратных метров. Довольно-таки, блядь, много. 20 кубических метров воды, 16-40 градусов, и требования к лазаниям нету, ну, логично. Класс забора третий. Короче, значит, так делаем мы. Я где-то их построю где-то здесь, но сейчас сначала мы здесь сделаем дорожку. Так, где наши дорожки? Так, что это у нас за дорожка? Так, так подожди, дружище, так, подожди. Шаг поворота, длина по сетке, вот она по сетке. Дружище, по сетке. Это как ты так, дружище, не хочешь мне ничего форматировать здесь? А, из-за этой шняги. Так, блин, ладно. Окей. Ладно, отменим это все дело. Надо, значит, так... А, нажмем, короче, на паузу сначала. Чтобы нам тут не мешало это все дело. Так, надо это убрать нам. Далит. Потом это, короче, поставим на место, конечно. Ну, пока что нам нужно построить дорогу. Так, значит, берем по сетке. Не изволите выполнить модификацию ландшафта. Это почему ты, дружище, так поступаешь со мной, а? И почему? Отмена сетки? Хм. Странно. Или чтобы вернуть все предыдущие настройки, нажимаем Ctrl-Z, друзья, да? Если вы не знали об этом. Так, окей. Допустим. А если мы пойдем сюда? Почему ты меня так интересно показывает... Ладно, если мы сделаем чуть дорожка для персонала чуть-чуть поменьше, шаг поворота. Ну не, то мне надо отмена сетки делать. Скорее так, ширина, длина. Так, шаг поворота, мне надо ширина 5 метров, да? Нет, еще больше. 6 метров, нет, не хватает 6 метров. 7. Вот очень интересно, почему мне не позволяет форматировать это дело все. Очень странно, кстати. Очень странно.
Ладно, допустим, это у нас мешает вот это. Допустим, ну проверим это сейчас, потому что я сейчас что-то не въезжаю. Почему ты мне не позволяешь это убрать? Так, окей, сейчас смотрим. Дорожки сюда, так. Ну да, он мне не позволяет, у него шаг какой-то странный. А если по ландшафту, так, ладно, мы пройдем. Моделировать, сравнять нам надо. Сейчас проверим. Ну нет, посмотри, какая шлюха. Почему тебе не удалось выполнить модификацию ландшафта, алло? Вася. Какого хера? Очень странно. Очень странно. А если мы... Ну, он еще не надо соединять. Почему ты не сидишь соединять? Окей. Может быть, опять же, это что-то с ландшафтом связано, а? Сейчас посмотрим. Ну, навряд ли это с ландшафтом связано, блин. По-любому это что-то... Ну... Ну это же не может быть так... Ага. Ах ты жопа, смотри какая. Ну вот, это... Не, блин, это просто такой писец. По идее, должен все нормально работать здесь. Фотошоп напинает это, вот эта тема, вся эта вот эта вот. Так, ну здесь все сейчас нормально, ну... Дорожка. По сетке. Это очень тупо, скажу так. Ну ладно, сделаем сейчас все по-другому. Сейчас сделаем иначе. Мы сейчас сделаем такую фишку, что... Блин, ну давай, так что уж сравняйся. Сколько там я так этих опций, этих действий сделал вообще, писец. Ага, так далеко не доходишь, да? А здесь мне два строя такой, значит. Ну, тихо, тихо, тихо. Да, как-то очень интересно. Ну ладно, сделаем по-другому чуть, значит. Чё-то не... Петриваю. Идем по сетке. Какие тебе препятствия? Ты чё меня? Чё вы тут мне носите? Мозг вносите? Не понимаю. Прям брусчаточку, ну. У нее есть какие-то. У нее есть какие-то препятствия. Какое чё?
Это какой-то писец, я что-то не вкуриваю вообще ни, ни грамму. Дорожка по сетке. От нее шаг поворота. По сетке. Ну вот здесь-то пошло, да? И что здесь? Это что такое? Под прямым углом, допустим. А-а-а, вот какая хрена тень. Вот так я не понимаю, почему он не разрешает мне здесь ставить эту телегу, эту тему. Вот. Очень интересно. Так, подожди, надо разобраться. Ладно, допустим. Длина 1 метр, ширина 7, надо 7 метров поставить. 4? Что? Ну не работает он таким образом, я не понимаю почему. Но он не хочет работать у меня так. По сетке. И здесь тоже не хочет работать. Мне кажется, что это все связано с этим, с ландшафтом здесь. Сейчас подработаем еще здесь. Да. Так, ну. Вроде бы, блин, сделал ничего даже, блин. На нахер. Ну все, сейчас по идее все да, выровнено. По сетке. Не позволяет мне. Почему? Не пойму. Может из-за вольера этого хитрого? Подожди, сейчас попробуем одну фишку еще. Вольер. Подожди, не то. Редактировать барьер. Не-не-не, дружище, в эту сторону. Допустим, ну сейчас. Ну навряд ли, я думаю, это было связано с этим. Ну а чем черт не шутит? Да, это с Валером связано, то, что мне не позволяет делать ничего. Потому что... Ему, видишь, не позволяет здесь делать эту дорогу. Но здесь тогда должен был стать. Это бить непонятно. Допустим, еще раз мы поработаем над этим делом. Редактировать барьер. Да, чисто просто посмотреть. Это все можно отменить, не проблема вообще, никак ни грамма. Ну вот, да, еще сразу ставят здесь на месте. Это надо убрать. Но вот здесь он не хочет почему-то. Жопа жопошная. Ну это опять же Валер полискорее мне мешает. Так, ладно, а тут что у нас здесь? Подожди, сейчас это надо убрать. Это убрать. Мы разберемся, друзья, мы разберемся. Извиняюсь, что тут тратим только времени на это все дело, но надо разобраться. Мало ли какая ситуация опять же случится. Бляха, муха. По сетке. Да, вот опять же мешает, сука, Валер сраный. А ща мы его быстренько, это сейчас поработаем над ним еще. Потом мы, конечно, вернем это все обратно. Мы чуть-чуть систему обхитрим.
Нам честно с дорогой надо разобраться сначала, а потом уже по сетке. Ну иди себе. Не туда одного нарвались, ешки-матрешки. Так, и сейчас нам надо изменить, редактировать барьер. Ну, блин. Так, значит, он по-другому чуть-чуть. Так, это мы убираем. Отменяем. Так, дальше мы здесь берем это. Перемещаем. Даже не перемещаем, знаешь, что мы делаем, друзья? Мы делаем, просто их удаляем. Это тоже удаляем. И идем. Строим, ну, чуть-чуть редактируем вольер. Ну так, нет. Это надо как-то чуть покрасивее сделать. Значит, здесь тоже было делать чуть-чуть по-другому. Вот это вот надо было убирать. Вот так. Отлично. Здесь мы делаем прямую. Здесь мы, знаешь, что делаем, друзья? Мы здесь ставим стекло. Второй класс. Кажется, было нормально со вторым классом здесь, да? А могу чуть длина 8 метров, да? Вот так. Может, чуть побольше. Здесь мы делаем прямой. А, не, посмотри, у нас была тут такая вот такая сетка рябится. У нас было что тут? Сетка. Это второе. А мы сделаем стекло. Ага. А почему у меня там была сетка, кстати? Как-то очень странно все это. Так, это мы... Убираем, а сюда мы, подожди, убираем. И ставим стекло. Ведь она является тоже вторым классом. Отлично, да? Секси. Ну, здесь у нас прямой, но ничего страшного. Тут какие-то кусты, но там потом еще посадим, что-нибудь чуть-чуть сделаем. Ну что, отжимаем, смотрим, что нам скажет. Игрушка. Но... А что здесь тут какие-то... Что, здесь все нарастет, что ли? Это что такое вот это? Вот это что такое вот? Вот что это такое? Это как это понять вообще? Ландшафт иди сюда. Не понял я. Это что, это лак какой-то? Баг или что это такое? Я не понимаю. С какого хера у тебя здесь такая вот... Везде, главное, такая вот. И почему еще урна? Ты что-то я не понял, алё. Так, ладно. Значит, делаем и такое дело. Так, у нас есть ландшафт, у нас есть... Низкая трава. Нам вообще надо его брать.
Снег, гладкий камень, так. Ой, ёшки-матрёшки, не снег. Вот. Надо проверить, все тут ли нормально, а то у меня тут как-то, что-то я как-то не засел даже, что здесь все так заросло. Не знаю почему. Ладно. Окей, возвращаемся. Вообще не занимаюсь тем ничем, там, что я собирался еще заниматься. Ну, ладно. Как у нас благополучие наших этих питомцев? Так, отлично. У них все под 100 питания, все отлично. Что здесь? Исследование завершено. Так, продолжить. Ну, у меня тут я изучаю всякие дополнительные сооружения. Так, что у нас здесь? 3, 3. Так, что у нас с деньгами? 6 тысяч. Нормально. У нас идет плюс. У нас 3 звезды пока что. Так, хорошо. Ладно. Короче, сейчас нам надо наметить 420 квадратных метров. Какой там был третий уровень барьер, да? У нас нужен третий, это второй. Второй, третий. Это стекло второй, условная ограда. Шлюз. Так, это что у нас? Так. Ворота. Барьер. Нам нужен третий. У нас тут пятый и третий. Можем мы, конечно, из кирпича бубенить. Это будет у нас пятый. Удерживает воду. Не удерживает воду, но это понятно. Поставим, короче, условную ограду пока что. Сейчас я так намети, да, как у нас тут будет все выглядеть. Так, сколько-то 400 метров мне надо, да? Так, подожди, давай это тоже побольше делаем. Так, 20 метров как-то слишком много. Допустим, вот так. Здесь сразу берем побольше. Берем 20 метров, чтобы не париться. А, кстати, сейчас мы опять же поставим эту тему. Я думаю, вот столько, 420 метров. Подожди, сейчас посмотрим по Валеру, сколько у нас здесь на Валерии. Блин, а я что ж снял? Ах ты жопа. Сколько у нас здесь квадратных метров? Тогда мы приблизительно увидим, сколько... Так. У нас здесь 836 квадратных метров на одну личность, да? То бишь, довольно-таки... Ну, надо такой, приблизительно такую же самую систему сделать. Окей, тогда сделаем следующее. Это мы делаем, короче, дорогу. Ну, начинается уже. Ну, я же говорил, что вот эта тема мне не позволит. Так, ладно, ставим туда как-то вот так. Окей, на этом мы остановимся. Так, здесь мы тоже. Ну, ага, жопа-жопошная. Все-таки эти барьеры очень... Блин, надо как сначала наметить территорию в этом плане. Перед тем, как что-то расширять или удлинять, надо поставить дорогу. Так, по сетке, чувак, по сетке, по сетке. Но опять же, будет мне Валера тут мешать, жопа. Ну, дружище, ну почему ты... А, что же я на паузу не поставил? О, дебил. Ну, сейчас будет вся темнота здесь постоянно. Ой. Так, по сетке. Окей, так, дальше мы берем редактировать эту. Редактировать барьер. Почему ты Но...
Окей, нормально, сойдет. Окей, супер. Все, ладно, сейчас намечаем территорию наших буйволов. Берем. Блин, плохо то, что у нас третий класс. А почему? Как тогда их? Как они их увидят? Потому что это сеть в рабице, это второй класс. Нам нужно езжать как-то, это будет третий класс. Как они увидят их? Потому что это второй класс, а нам надо третий, да? Подождите, кажется, третий был, да? Где наш, подождите, это строительство. Строительство, иди сюда. Не строительство, зоопарк. Торговля животными, что у нас здесь стоит? Зоопедия. Какой что там? Да, требования к границам, блин. Третий класс. Супа. Ну, просто суперски. Короче, значит, что можем сделать еще тогда? Где наш инженер? Изучать... Лавки. Уровень... Барьеры. Пусть они изучают барьеры, и тогда уже мы будем смотреть, как там, может быть, что-то новенькое достанет у нас. Так что, хорошо, ладно, пока что наметим территорию, барьеры. Условные. Условный, так, окей. А нет у меня посетки? Нет, нету посетки, надо самому дело выставлять. Ну, попытаемся выставить так. Окей. Так. Ну... Не знаю, что-то получится у нас, блин. Ну, что-то получится. Так, стопэ, ты куда-то это слишком... Слишком много. 10 метров... Нет, 10 метров мало, 11 метров. Вот. Все, ну тут, по идее, должен получиться довольно-таки просторный вариант. Так, где двери? Условные двери. Так, что это у нас? Шлюз? Нифига себе. Какие-то ворота железные или какие-то ворота? Ворота для посетителей? Они что, туда могут еще залезть? Деревянные ворота. Вот этот мне надо. Или какой-то сюда поставить он. Ну да, вот так, например. Окей. Допустим. Но опять сейчас проблема у нас с тем, то, что мы не можем построить нормальный вольер. Чтобы их видели. Мы, конечно, можем смотровую площадку нибудь заделать. Деревянное укрытие. А, это что это такое, блин? Мы тут наизучали всякой всячины, как говорится. Такие цены 220. Ну ладно, это не так уж дорого. Это что, Steam? А, это моды. Мод, это мод. А это не мод, это я выучил. Укрытие возле укрытия дерева с габаритами. 8 на 8 на 2. Окей. Ладно, отжимаем тогда мы паузу, короче, потому что, ну, я же должен знать, что происходит там у нас, какие успехи у нас. Кстати, а нам это надо убрать как-то, можем это редактировать? Ну, как-то надо подвинуть, ну ладно, пусть там пока стоит. Так, что у нас по доходам? У нас 2780 дохода, неплохо. Я, как видите, кредиты я все выплатил, были проблемы с бабосиками. Но ничего, мы там решили, сейчас надо запустить какую-нибудь нормальную рекламу еще. У нас вот... А, у нас возобновить, остановить. Окей, рекламная кампания. Так, хорошо.
5000 высокий уровень. Давайте, значит, так шоу в прайм тайм еще забубеним. И у нас будет еще больше посетителей. И видите, у нас появилась часть звездочка. И у нас сейчас прибыль, что по прибыли у нас идет. Ну, будет чуть поменьше, конечно. Ну, не страшно. Так, ладненько. Короче, что у нас по поводу исследований? Уровень исследований первый. Окей, окей. Ну вот это не то, что вот вольеры... А, ну я же вольеры, вот я изучал вольеры. Почему мне не дается никакая... Тут видите, какая-то интересная вещь. Какая интересная вещь. Вольер 3. Исследовать. Что? Это как-то должен считать, что делать? Нет, 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 уже нет, уже исследовано. Первое, третье исследование, второе исследование, третье исследование. Подожди, давайте попробуем, что тут будет еще исследовать. А исследование завершено, не могу я исследовать это. Окей. Ладно, отжимаем, сейчас подождем, пока у нас вас расцветет. И посмотрим, что мы можем сделать там. Но факт такой, что я не могу, блин, поставить вольеры. Блин, и довольно-таки... Не, ну, конечно, могу рискнуть поставить второго уровня. И типа поначалу, да, для них. Но они его сломают очень быстро. Мне нужен третий уровень, чтобы я мог нормально... Непрозрачные. Непрозрачные. Ну, это понятно, что непрозрачные. Так, тут инспектор скоро придет к нам, я смотрю уже, да? Можно залезть. Непрозрачные. Не, ну, конечно, можно рискнуть, блин. Подожди, что у меня у волков стоит? Кстати, сейчас подожди. Потому что у меня у волков стоит, кажется... У меня стоит у волков второй уровень. Где волки? Где волки? Волчара, ты где? Ладно, блядь, что мы тут паримся? Я мог же здесь посмотреть. Волк. Волк, иди сюда. Посмотреть, переместить. Так, вот так, 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 так. Он даже не показывает мне? Как это так? А где у нас энциклопедия этого всего дела? Маркер с запахом крови для игрушки. Так, так, окей, это окей. Вов, оу, скоро родится, супер. У нас волчонок маленький родится. Я очень ждал этого момента, потому что... Что это? Запедия, во-во-во-во. И что ты говоришь? Она, видите, мы второй класс, потому и могли свободно сделать исследование. Ну, у нас максимальное исследование, у нас будет уже бронзовый, да, он? А, подожди, изучаю, что был, блин, не бронзовый. Продвинутое исследование. Не знаю, как это работает, но пусть там занимается делом, потому что я точно не въезжаю, потому что, ну, там, сколько перед этим я там занимался этим делом, и нихера не получалось, они... Ой, не туда, наверх, вот сюда. Так. Ну, я говорю, здесь то, что мы можем сделать, мы можем сейчас поставить пока что... А что ты так медленно идешь? На шифте должен был быстро лететь. Вот. Поставить стенки, барьеры, например. Я могу сейчас поставить бетон. Допустим, мы сейчас чисто проэкспериментируем. Но я думаю, скорее всего, что нам не выдержит. Это третья сетка этого всего дела. Почему ты не установился? Алло. Ну, устанавливайся. Я не понял. Ах ты жопа. Серьезно?
Я не понял. Это какой-то, блин, маразм. Что происходит? Почему ты не работаешь? Окей, мы начнем по-другому чуть-чуть. Есть препятствие. Ах ты жопа. На Грюшу не позволяет мне, мать. Ладно, значит, сделаем по-другому. Надо его переместить, надо, когда, ну, поближе. Так, дверь. Это что, деревянная? Не, надо железную. Окей. Слишком короткая панель. Что ты мне... И что ты здесь мне сейчас предлагаешь, дружище? А, ну мы сейчас можем просто... Бывает, когда такой паришься здесь этой игрушкой, пытаешься что-то сделать, и у тебя нихера не получается. Наконец-то. Окей. Есть препятствия, да? Как обычно. Так, окей, значит, нам надо чуть-чуть подвинуть его, да? Ладно. Подвинем. Ой-ой-ой-ой-ой, нет. Я рискну, я, короче, сделаю так сначала, да? Потом мы это все исправим. Но что-то тут как-то не прямо получилось. Ну да ладно. Нам надо подвести сейчас дорогу к этому делу, да? А почему у нас так получается здесь? Подожди, где наша... Очень дорога для персонала. Значит, знаешь, что сделаем, друзья? Вот это уберем мы сейчас. Ну почему ты... Допустим. Вот это жестоко.
Отмена сетки. Ой-ой-ой, ну ты даешь, пацан. Не-не-не-не. Да что ж ты делаешь? Симметров, надо симметров. И шаг поворота нет, нам хочу, чтобы было. Нет, это надо убрать. Да ешь ты, матрешь. По сетке. Это убрать. Это вот это получается по сетке, да, так? Вот так интересно, получается по сетке, да? Ешь ты, матрешки, блин. Отменить сетку. Ну, давай попробуем поставим так пока что. Короче, что нам надо сделать? Следующее, что нам надо... Так, нам надо было... Воду надо было сделать сначала, дай ему. Так, пауза. Ландшафт. Работы ландшафта нам надо... Наоборот, нам надо углубиться. Сделаем где-то... Ух ты, я ну тут ну, нормально тут размерчик такой устроил. Где-то воду сделаем где-то вот здесь, да? Вот здесь, да. Так, сглаживание. Чтобы они здесь могли заходить у нас. Так, нальем водичку. Окей. Так, значит, что, значит, сначала делаем. Мы сначала запускаем наших замечательных этих животных. И смотрим, что им нужно. То, что так легче всего определить, какие им растения нравятся, какие деревья. Потому что, ну, я так, по крайней мере, делаю. Мне удобнее это все делать. Так, это что такое? Это нет, нет, вот это мне надо вот сюда переместить. Перевозку так. И вторую. Центр обмена. Переместить тоже сюда. Итак, все это туда поплыло. Ждем сейчас смотрителей. Ага, смотрителей ждем. Недостаточно средств. Ты о чем? А, мы пошли по минусам, потому что у нас реклама. Я понял. Ну, это пока что. У нас будет сейчас плюсом прибыль. И мы сейчас завесем парочку новых животных. Так, кто у нас здесь? Ну, это мы уже ничего не можем здесь сделать пока что, так. Так, у нас кто это? А, бежит, 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 бежит. Так, ему надо температуру... Сколько у нас температура? 42 градуса. Блин, тут будет слишком жарко им, походу, я так чувствую. Ну, давай, забрось первую. Самочку и проверим, что она хочет, что ей нравится, что ей не нравится вообще. Ну, выпускай ее. Итак, смотрим. Обогащение. Для вида. Лакомство. Лакомство, лакомство. Значит так, стоим у вольер. Природа. Объекты. Не-не-не-не-не-не-не. Вольер. Лакомство, лакомство, лакомство. Во-первых, поилку надо сделать. Это что у нас? Это у нас Бонго. Гну, Орикс, Бегемот, Банго. Вот это, черные антилопы. Не то. А здесь у нас что у нас африканский этот. Бизон. Большая панда. Велорок, бонго, волк, гигантский газель, собарака, горилла, ирбис, бегемот. Ой. Так, где мой, блин, буйвол? Бонбо, большая, бельгийский тигр, бульхост, американский буйвол. Да-да-да, можем такой поставить. Давайте поставим сюда одну. Вторую сюда. Лакомство. Это что такое? Это как это кормушки. Это что, корыто для большой еды?
Который для еды средний. Так, смотрим, что у нас есть тут. Буйвол есть тоже. Давай сюда его поставим заодно. Пусть люди видят, что они кушают здесь, да? Пока что две поставим. Дальше. Что это у нас? Поилки. Это у нас есть спальники. Это мы сейчас потом сделаем. Игрушки, лакомства. Травоядных бомбардавчик. Западный это так. Страус, японский маленький. Так. Не хочет это тут. А здесь что у нас? Индейский какой-то. А это что нам? А почему у нас нету таких вообще? Я не могу, я не знаю. У нас даже нет такого нигде. Так, что у нас здесь? Тут это китайский комострый, это трубозубка, трубкозуб. Да, это будет интересно. Это будет интересно, так что... Игрушки, блядь, им надо игрушки какие-то еще надо. Лакомство, лакомство. Но нет у меня лакомства для бамбука. Бамбука, карбушка. Тут это все бурый медведь. Что здесь? Бизон. О, буйвол есть. Спасибо тебе. Вот здесь хоть есть. Либо у тебя хоть... Ты хоть это делал. Нравишься с этим играться. А что здесь? Волк, гепард. Это что? Волки, ну это кусалки. Волк гигантский. Ну так, это гиена. Так, что это у нас? Бородач, западни. Так, это термиты, да? Да-да-да, это не то. Игрушки. Вот и с игрушками тут будет проблема. Ирбис, другой верблюд. Что здесь? Большая панда, большой тигр, банбао. Что он? Гигантский волк, черепаха. С игрушками, да, у нас плохо. У нас очень плохо с игрушками. А знаете почему, друзья? Я сейчас вам объясню. Иди сюда. Где ты там? Исследовательская лаборатория. Чувак, иди изучай, что им нравится. Окей, так, дальше. Дальше. Торговля животными. Так, смотрим, что там дальше у них тут. Обогащение. У нас по этому... Низкая трава. Низкая трава. Иди сюда. Ландшафт. Ландшафт. Иди сюда. Низкая трава. Низкая. Низкая трава. Высокая трава. Иди, надо сразу видно, да, что им очень нравится. Низкая трава. Заполняется. Видите, шкалик здесь. Шкалик заполняется, главное. Земля. Надо же землю. Землю. Рыхлая земля. Плотная земля. Так, давай тут около водичку здесь. Около вот здесь полобочим, чтобы земля была здесь. Да, да, да. Отлично. Дальше, что у нас по игрушкам? У них 50% игрушек. Так. У нас тут что? Покрытие. Тропики. Карта Запеди, так, луга, ясно. Так, смотрим. Здесь все отлично. Благополучие. Так, характеристики игрушек. Вот единственное, что с игрушек нету, но игрушки мы сделаем. Сейчас надо нам построить что-то красивенькое им такое здесь. Надо поставить, куда им спадки ложиться. Вольер, природа, объекты. Нет, не объекты. Вольер, вот нам надо здесь. Спальники им найдем. Что-нибудь такое интересненькое. Что это такое? 9900 в баню. 220, так, это, например, 120, это какой размер маленький? Это здесь маленький. Это... А здесь... Во-во-во, такой поставим. Или чуть побольше. Да, вот такой, отлично. И сюда мы вот вольер спального места. Огромного места. Пацаны, иди сюда спать. А, нормально, надо место, сейчас достаточно будет места. Так, покрытие 0, растения 100%, отлично. Мы сейчас будем заниматься природой. Сразу ставим, что надо, луга. У нас фильтр есть, фильтр биомы. Не, подожди, луга, камни. Будем работать по... Где деревья? Азия, нет, не то. Луга. Сразу ставим луга, у нас есть луга. И что? Тропики. Ну, тропики у нас будут, это пальмы. Луга. Тропики, мне нужны тропики, дайте мне тропики. Где у нас какие-то пальмы?
Вода, луга, это тоже хорошая вещь. Это мы поставим здесь где-нибудь потом, вот тут, значит, так, иди сюда. Так, здесь, так, вот, закрываем это. Такс, нам надо еще найти тропики. Вот это где у нас... Вот, такие печи поставим сюда. Я хочу еще кувшинчики набросить. Да, здесь еще темнота, здесь, короче, ни хера не видно, конечно, что здесь, что здесь. О, давайте мы сюда поставим. Дайте, это что такое? Дерево, все такое, мы забимбинить надо будет. Окей, это не проблема, сейчас, нам надо, сейчас, мне надо сейчас найти, баобаб, ни хера себе, такая огромная дура. Надо найти нам тропики. Это что такое у нас? Это основная луга. Так, камушек можно куда-то забросить. Ух ты. Камушек можно забросить куда-то так. Ага. Это что я тут... Ага, вот что я забросил. Видите, сразу, друзья, видно, да, что тут что-то ему не нравится. Вот почему я говорил то, что их легче вот так смотреть, что им нравится здесь так. Дальше. А это тебе будет нравиться, дружище? Вот давай посмотрим. Где-то там животное, не знаю. Блин, не туда нажал. Тихо, спокойно. Ты что, ты забрал его? Буйвол. Так. А вот это сейчас, где у нас природа? Сорок. Ага, это не подходит, это ей, не подходит это им, да? Вот это как-то, что это, куст елки, что такое-то, это что-то вообще беспонятно, что-то так, это тростник, да, который мы здесь тут что-то тут пытались забубенить, да? О, пошла, пошел, блин, куда ты установил его? Угу. Установил это, блин. Любит он плавать. Да что ты там бесишься? А, вот в чем прикол. Она не могла пройти через эту тему, и потому телепортанули сюда так. Азия, вода, луга. Опа. Тропики. Все, вот тропики ставим. Это что такое? Лианы? Ну, сюда навесь. Не могу я себе навесить. Так, это что? А, во, красава. Так, что это у нас? Что-то какая-то маленькая очень, не подходит нам это. Ух ты, какое огромное дерево. Ёшки-матрёшки, что ж такие большие? Опа, а тебе это пойдет? Это подойдет тебе, не? Нет, иди в баню, не подходит им это. Это что такое? Какой-то куст. Не подходит тоже. Ну дай что-нибудь красивенькое туда забвение в центр. Какое-то
Кувшинчики нету здесь? Кувшинчик, опа. Дерево. Угу, дерево. Тоже не подходит ему дерево, смотрите на них. А если мы поставим это... Да ешь ты, матрёшь, что ж такие привередливые, я не понимаю. Дайте мне что-нибудь вам тут поставить. Вот, хоть это здесь нормально у них пошло. Так, ждем, пока у нас сейчас это, как его... Так, эти еще бы... Что это такое? Ёжик. Не то, не то. Опа! Олень, блин. Что это? Какая-то тёмная тема. Так, хорошо, ладно. Белка, стрелка. Опа. Это сюда мы кого-нибудь забыть не можем? Да, ему нравится, им нравится, да. А это? Нет, это им не нравится. А это? Тоже не нравится. Ах ты жопа. Пальма. Ну хоть пальма тебе нравится, но... Так. Это что такое? Нет, не нравится мне это. Крапива. А, крапива нравится мне, да? Значит, мы сделаем это... Так, мы тут... Пусть крапива, блин, защищает дерево. О, да, отлично. И здесь сюда тоже забудем. Может, что такое редактировать? Что-то им надо там. Ладно. Обратно. Так. Дальше, дальше мы можем, знаешь, что сделать? Еще здесь крапиву забубнить где-нибудь. Я хочу поставить еще пару камней. Камней, это что такое? Давай. Неужели? Да, красавчик. Это что такое вообще? Это какие-то заросли, камыши, что-то такое вроде этого. Давай сюда его забубним. А что вообще? Что ты делаешь? Что такое? Пинесет там красный какой-то красивый. Нет, это ему не подходит. Что-то еще какой-то такой красивенький хочу забубенить. Не подходит. Цветочки. Ну, цветочки подходят, да, нормально. Вот так, супер. Так, смотрим, что вообще тут. Тут что-то кликаю, а, блин, как это все. Ой, ландшафт красиво, укрытие. Покрытие, ландшафт, укрытие. Че, укрытие у них 100%, все им нравится. Очень все им прекрасно. Взрослые особи, две штучки только, да. Так, у нас так, вот игрушки им нужны сейчас. Покрытие 25%. Чем-нибудь еще сейчас забубеним здесь. Что-то... О, лег. О, бум, упал. Красавчик. Ветеринарное исследование завершено. Откройте. Ну, давай, дай игрушки. Игрушки, дай мне какую-нибудь игрушку. А что ты открыл, блядь? Ты мне не показал, дубина. Так, торговля, зоопарк, вольер. Так. Это у нас здесь ЗЗ, не то. Игрушки, есть игрушки? Что-то новое появилось здесь? Ничего нового не вижу. Что это такое? Маленький мячик. Так, маленький мячик. Гигантская черепаха. Кошечный лемур. Ничего такого нету. А чем нам... Подожди, тогда смотри, что нам открыли тогда, интересно. Зоопарк. Что ты нам открыл? Покажи. Ну, открыли... А, еще не открыли игрушки. А, не, нам открыли, что нам открыли? Игрушку открыли нам, игрушку? Почему нет, не показывает, что не открыли игрушку? Так, вольер. Это что, лед, желательный...
А это что? Вот это мой. Ву, африканский буйвол. Есть препятствия? Какие, дружище? Иди сюда. Окей. Что там еще у нас открыли нам? Так, у нас 3,5 звезды, да? Сейчас пока что. Покажи мне еще, что там открыли еще мне. Лакомство ты открыл мне, да? И... А, нет, мне открыл одну еду и игрушку. А что с едой? Подожди, секунду, сейчас посмотрим. Так, где-то у нас так, вольер, еда. О, побежал, смотри. Основное, так, что здесь у нас? Основная игра? Маленькая кормушка, пинята, бенгальский тигр, гигантская черепаха. Банбао, так, страж в центральном мире, так, японский этот медведь. Ну, центральную кормушку можно сюда еще забубенить. Вот и сюда кого-нибудь еще можно поставить. Отлично. Так, смотрим, что вообще у нас. Как они себя чувствуют вообще? Так. Хочет есть. Пацаны, блин. Хочет кушать он. Так, давайте сюда. Так, кушать им надо, да? Давайте содержание. Так, не, давайте второй. Это вот так. Второй классик. Красавчиком покушать. Хочет есть. А пацаны, вы как-то тут... Вызвать ветеринар, вызвать смотрителя. Кушать идите. Надо покушать им дать. Так. Значит, следующее, что надо сделать здесь, друзья. Как же мы так, без этого? Это планета урна. Нет, нам надо красивенькую урну. Во-первых, надо обучающий материал поставить. Что это вообще за животные? 40 тысяч. А у нее электричества не хватает, да? Ах ты морда. Ладно, сделаем это по-другому чуть. Так, где-то у нас электричество. Нам надо скопировать вообще вот и это, и это. Дублировать. И это дублировать. Отлично. И тут мы ставим африканский буйвол. Вот. И сейчас объекты. Объекты. Урна. Вот тут какую-нибудь красивенькую урну заброшу, положу, поставим. Это что? Новый свет урна. О, вот, сюда поставим ее. Так, одну. Вторую. Третью. А где бабусики кидают? Это что? Урну, где денежку они донатят. Вот она. Ну, окей. Как ты себя чувствуешь, бизончик? Все у нас просто все отлично. Они себя просто шикарно чувствуют. А где второе животное? А вот оно второе. Вот. Хочет кушать. А, питание. О, побежал. Красавчик. Так, хорошо, отлично. Так, что у нас с бабосиком, кстати, у нас? 3000, все нормально, у нас идет плюсом, все идет хорошо пока что. Так, урны есть, можно было... Стоп, что тут такое? Техник что-то изучил опять.
Барьеры изучил он, да? А что ты в барьерах изучил? Стальные столбы. Вот. Посмотрим сейчас в барьер. Четвертый. Вот о чем я говорил. Полупрозрачная, можно залезть, не удерживает воду. Класс прочность 4. Мы, конечно, это можем поменять потом. Но полупрозрачная, это как-то... Не то еще. Будем надеяться, что... А что здесь у нас? Подожди. Кстати, кто, что у нас по нашему вольеру? Вольеры? Как у нас там чувствуется? Так, статус барьера. Надо быстренько вызвать механика, чтобы он починил. Так, буйвол, так, хорошо, отлично, так ты рад. Нам надо самку найти ему, блин. Пойдем посмотрим, может быть, у нас самочка будет где-то. Самочку посмотрим, может быть, можем купить самочку ему. Им, о, самца, не самку, так. Вид, нам не нужен вид, нам нужен... А, волк у нас, почему у нас еще... Ладно, потом это хочу купить, вид. Здесь мы, друзья, можем выбрать любую, да? Просто берем, что нам надо. Нам нужен буйвол. Африканский буйвол. Волк, нам не нужен сейчас волк. Так, а где наш африканский буйвол? Ну, по идее, должен быть первый. Африканский, вот. Фильтр врубаем. Очень, не знаю, почему, но очень медленно происходит. Тут он реагирует раз, блин, в 5 лет, походу. Ты нажимаешь, но... Вот, наконец-то. Итак, смотрим, у нас есть буйвол, у нас есть... Подожди, а что у нас здесь? 7, ты, иди ты в баню, так дорого. 4 тысячи, у нас только 1000. Так, что у нас-то у нас-то? Подожди, что у нас вообще? Какие у нас? У нас две самки. Ой, маленький волчонок. Потом пойдем посмотрим на волчонка, который родился. Так, у нас самки. Нам надо самца. Два самца нам нужно. Два самца. Тихо. Два самца. Да тут одни самки только. Одни самки. Вот потом говорю, то, что не мог я ничего найти. Потому что одни самки. А самец, видели сами, строят бешеных бабок. 7000 этих монеток. Вот он. Но здесь 4000. Самка. Межразовый. 4000. Мы, конечно, могли бы какое-нибудь животненькое продать, маленькое, но мы не получили бы большой прибыли от этого всего дела. Давайте пойдем взглянем на волчонка, потому что я волчонка не видел. А инспектор покинул с отчетом образования. Да, с образованием у нас все чистенько, все замечательно. Все 5 звезд, только с образованием как-то у нас сейчас хромает. Ну, будем заниматься образованием, это не проблема в будущем. Так, что у нас там? Волчонок, ты что? Отпустите на волю, давай. Волк Логан. 9, давайте. И сейчас пойдем посмотрим на этого волчонка. Пойдем посмотрим на волчонка маленького. Вот он маленький, малюсенький. Где он? Ты там? Где ты там? Покажи. Вот. Вот он. Смотрите, какой красавчик. Малюсенький такой. У него все хорошо, у него все, он очень рад. Все отлично. У него 95%, какой нёсика. Красавчик. Хорошо, ладно. Потом мы, короче, мы можем, конечно, опустить что-то на волю, он слишком маленький еще. Нас тут псу скоро достиг зрелости. Так, смотрим, что здесь у нас. Так, у нас тут, кажется, очень много. Ну, их тоже все отлично, всех устраивает, все им всем прекрасно. И они просто себя чувствуют замечательно. Так, у нас 6000, у нас 3,5 звезды, 3,375 посетителей. Это довольно неплохо. Так, ладно, что-нибудь еще можем сейчас за вольер. Можем что-нибудь красивенькое туда закинуть еще? Подожди, так, что у нас здесь? Тут у нас соломка, тут у нас это спальные места, лакомство, поилочки у нас это все. Это что? Миска для воды. Такая уже была, походу, да? Да, наверное. Но это нам не нужно, потому что у нас все отлично, поэтому по температуре. Так, вольер, природа, объекты, природа. Я хочу пару камушек закинуть сюда, не знаю, что-то такое. Будет какой-нибудь такой вот.
Вот так. А сюда я хочу... Так, где у нас ландшафт? Работа над ландшафтом. Я хочу пару камушек набросить. Или тут есть, конечно, камушки у меня. Мелкий песок. Что это такое? Неровный камень? Так, смотрим, что у нас тут с буйволами. Так, все отлично, у них все отлично. Ух ты, как звезданул, нормально. Писец. Так, хорошо, здесь все отлично. Снег, земля, снег, песок. Песок, почему песок ноль? Но все равно у нас все у нас отлично. У нас достаточно ресиков для них. Растения 25%. Это что дает? Животам не требуется больше растений и деревьев. Не требуется, все отлично. Так что можно, конечно, тут чисто что-то поделать еще, но нету смысла в этом дело. Так, Что? Турпы... опять надо кого-то продать. Надо кого-то продать. Посмотрим, что у нас здесь есть. Кого мы можем отпустить на волю. У нас есть раз, два, три. 3150 очков. У нас вот этого. Мы этого отпускаем на волю. Получим 170 очков. Все. И тогда они не будут, потому что, не знаю... Им тут очень много места, но они все время постоянно дерутся. У меня постоянно дерутся. Пимп, гость, поздороваться. А, уже максимальное, приветствую максимальное количество. Не слишком жарко. Цена билета здесь хорошая. Не слишком жарко, так не посещено. Предмет при себе. Так, остаток денег у группы $107. Взрослые 4-4-4. Окей. Так что вот такие дела. Ну, как и вы просили, друзья, мы построили вольер для наших буйволов. Я, конечно, поработаю еще в офлайне, заапгрейдю что-нибудь покрасивенько. Ну, как видите, у нас они чувствуют себя счастье, у них все отлично, все у них замечательно. Сейчас ждем, пока у нас закончится, ну, это уже в офлайне, посмотрю, как, чем... Ой, где у нас изучение вообще? Это ну, здесь в зоопарке и вот здесь. Ждем, пока это все исследуется. Получим что-нибудь еще, я потом еще добавлю игрушку. Но когда, если вы захотите, конечно, продолжение прохождения этой игры замечательной, просто оставляйте комменты, как Михаил это сделал. Потому что по его просьбе мы начали заниматься буйволами, так как я не хотел вообще с ними заниматься. Ну, вообще, как-то игрушку, я сказал, честно говоря, забросил. Ну, мне она очень нравилась, но так как я говорил, просмотров не было. Время тратить и... Как-то ведь нет смысла лучше потратить время на то, что вы смотрите. Ну, так или если вы будете продолжать смотреть эту, конечно, игрушку. Потому что, ну, был какой-то пик популярности сейчас у этой игрушки. Сейчас они смотрят ее. Так что будем заниматься дальше этим делом, развивание нашего зоопарка. Так что, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы получать посвящение. Если есть какие-то советики по поводу игрушки или какие-то, не знаю, напутствия, пожалуйста, оставляйте в комментарии, я буду очень рад... почитать их и, конечно, отвечу на них по возможности. А на сегодня я с вами, друзья, прощаюсь. Всего вам доброго. И пока-пока.